spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлены воблеры компании Касадака, товары которой имеют большую популярность среди отечественных рыболовов. Эта серия называется Синтез, и состоит она из двух моделей. Более мелководный вариант имеет приставку XS в названии, а модификации для ловли на больших глубинах обозначаются аббревиатурой XL. Давайте поближе их рассмотрим. Обе модели Синтез по внешнему виду и характеру игры относятся к классу кренков. Корпус имеет сложную геометрию. Для обеспечения устойчивости воблера во время проводки в нижней части тела, ближе к хвосту, находится сквозное отверстие. Кроме этого, на брюшке имеются два выступа, благодаря которым приманка не сбивается с игры даже на значительном течении. Еще предусмотрена система сквозных каналов в головной части, проходя через которую вода создает дополнительный гидроакустический эффект. Длина кренков составляет 55 мм, без учета размера лопатки. Степень плавучести тоже одинакова и заявлена производителем как положительная. Эта характеристика поможет сделать проводку на более мелких участках водоема или обойти подводные препятствия. Но есть и существенные различия. Модификации с приставкой в виде английских букв XS весят ровно 12 граммов. Спереди расположена крепежная петля с овальным заводным кольцом. Оригинальная угловатая лопатка помогает заглубляться воблеру от 20 до 90 см. Версия с аббревиатурой XL чуть потяжелее. Ее масса равна 12,9 грамма. Крепление клески или поводка осуществляется через круглое колечко, установленное непосредственно на лопатке длиной почти 3 см. Рабочие глубины такой модели находятся в пределах от 70 см до 1,5 метра. Среди расцветок, которые предлагает компания Касадака для этой серии, каждый рыболов сможет найти вариант, наиболее подходящий именно для его условий. Есть и светлые, и темные, и ярко-кислотные. Обратите внимание на упаковки со стикером Color UV Reflect. Эти расцветки имеют свойство светиться под ультрафиолетом. Все приманки оснащаются двумя достаточно крупными тройниками. Их острота и заточка позволяют реализовать даже осторожные поклевки. Кроме этого, крючки сделаны из прочной проволоки, что обеспечивает уверенное вываживание, в том числе и крупных экземпляров. Система дальнего заброса отсутствует, но за счет компактного тела и значительного веса приманка летит очень далеко. Внутри пластикового корпуса находится шумовая камера. Она представляет собой канал, расположенный поперек тела. В нем свободно перемещается крупный металлический шар. Во время работы кренка он способен издавать очень громкий звук, слышимый рыбой с большого расстояния. Основной анимацией для Касадака Синтез будет равномерная проводка или Stop & Go. Обладая активной собственной игрой, воблеры могут соблазнить на поклевку крупного окуня, щуку, судака и даже нередки поимки сама. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.